Привет, ребята! Сегодня мы с мамой будем готовить пирожки вам, и я вам покажу, как мы их готовим. Поехали! Сперва мы добавили туда муку. Потом мама приготовила фарш с луком уже. А сейчас мы будем из этого делать тесто. Вот, мама наливает туда воду. Обязательно добавляем только теплую воду. А теперь засыпаем туда дрожжи. Нужно побольше. Нормально, не слишком много. Чуть-чуть добавляем сахара и перемешиваем. Кстати, поздоровайтесь с Юночкой. Она моя кошка. И еще туда нужно добавить немного айрана, кефира. Но пока что это все. Теперь нужно приготовить воду. И потом это... потом я засниму это вам. Теперь мама, добавляя соленую воду, будет месить тесто. Вот эту воду добавляем сюда. Добавили закваску уже. Теперь добавляем соленую воду и руками мешаем. Добавляем. Только по чуть-чуть. Не сразу все. А то не получится. Вот этот кайф. Теперь будем ждать, пока тесто поднимется. Кстати, дорогие мои подписчики, хочу вам сказать, если вы смотрите это видео, то обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, мне будет всегда приятно. И, кстати, можете, я буду скоро вести эфиры, если вы хотите. Если будет если комментарии будут открыты, то пишите, я на них отвечу обязательно. Если они не будут открыты, то пишите в шорты, где открыты комментарии. Я посмотрю все видео. Если вы написали, то посмотрю. Я отвечу. И, ребят, может, откроем новые рубрики? Отвечаю на вопросы. Вы будете мне задавать вопросы, а я буду на них отвечать. Например, у нас тесто поднялось. Теперь будем их делить на маленькие кусочки. Примерно вот так вот. И они все должны быть такими. Вот. Мама уже сделала. Вот. Теперь делаем из вот этих крепышков такие маленькие лепешечки. Вот. Мама добавляет внутрь фарш. Теперь делаем форму пирожки. Они у нас такие кругленькие. Будет очень вкусно. Короче, я вам покажу результат попозже. У нас получились, и будем их сейчас обжаривать. Вот. Обжариваем. Вот такие пышные и вкусные пирожки у нас получились. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Сейчас я вам продегустирую наши пирожки. Горячо, очень вкусно, тесто очень мягкое. Как я...
соскучилась по обеду. Сейчас тесто поймем. Тесто и мясо попробуем. Самое вкусное, что я пробовала. Советую маме на беляши. Всем пока. Та-дам!